Сохранение спортивной истории, коллекция наград и воспитание будущих звезд спорта. Во второй гродненской школе открылся музей спортивной славы. Экспозиция насчитывает более 300 экспонатов. Сегодня благодаря усилиям исследовательской работы, поисковой, благодаря родителям, выпускникам, учащимся, тренерам, конечно же, мы вот собрали этот современный вид музея. Наиболее ценные экспонаты, конечно же, представлены нашими выпускниками и учащимися. Так? То есть это элементы спортивных костюмов, награды. Отметим, что открытие музея было приурочено к очередному этапу национального республиканского проекта «Гири без границ» или «Спорт для всех». В рамках этого проекта девчонки и мальчишки попробовали свои силы в гиревом спорте. Под руководством Евгения Назаревича 50 учеников второй школы приняли участие в веселом спортивном флешмобе и даже установили символический рекорд. Я почувствовала себя настоящей спортсменкой. Мне сегодня запомнилось, как мы гантели поднимали. Ну, я еще одной рукой поднимала. Данный проект, данное мероприятие направлено на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, а также популяризирует спорт, физическую культуру и мотивирует к их занятиям. Вторая гродненская школа выпустила немало звезд спорта. Там работают 11 профильных классов. Это учебное заведение по праву претендует на звание спортивного. Если изначально у нас где-то года 2-3 назад было где-то 50% детей занималось спортом, то сейчас у нас уже практически 70. Мы растем. В завершение праздника была подписана памятная книга посетителей музея. Вскоре он пополнится новыми экспонатами. Их уже туда передали первые гости.